Всем привет! Продолжаем гулять по улицам Санкт-Петербурга. Большая Монетная, 10, угол Каменноостровского проспекта, 24. Особняк Кавоса, доходный дом. В 1907-1908 годах архитектор Хандросов Василий Михайлович, надстройка, расширение. В 1912 архитектор Андросов Василий Михайлович, крыло по Большой Монетной улице. Я пользуюсь сайтом CityWalls. В отделке фасадов применены облицовочный кирпич, терракота, майолика, култый гранит. Здание декорировано орнаментальными вставками и масками львов. Вход во двор украшен двумя светильниками. Особняк принадлежал сыну академика архитектуры Кавоса, инженеру Евгению Цезаревичу Кавосу. В 1907 году ученик и помощник Бенуа архитектор Андросов перестроил, расширил особняк, превратив его в доходный дом. А в 1912 году пристроил к нему дополнительное большое крыло по Большой Монетной. Это один из первых Петербурга жилых домов, построенных в стиле модерн. Потомками Кавосов в огромном семье Бенуа были только Александр Николаевич и 6 его братьев и сестер. Поскольку архитектор Николай Леонтьевич Бенуа женился на Камиле Кавос, внучке композитора и директора музыки в Петербурге Катарина Кавоса, который мигрировал из Венгрии после падения республики. Архитектором был и брат Камилы, Цезарь Альбертович. Его сын Евгений Цезаревич занимался художественной фотографией и издательской деятельностью, выпускал художественные альбомы. В Первую мировую войну в нескольких квартирах этого дома Кшесинская устроила на свои деньги лазарет для раненых. В одной из квартир жил сам хозяин. Кстати, Кавос занимался фотографией, как я уже сказал, и имел фотолабораторию. Евгений Цезаревич Кавос женился в 1888 году на художнице Екатерине Сергеевне Зарудной. Мастерская Зарудной Кавос с большим стеклянным эркером, отделанная деревом в стиле итальянского ренессанса, находилась в мансардном этаже. Одну из квартир дома занимал литературно-художественный кружок имени Герцена, который был основан в 1905 году Тлеревским и Богучарским. В 1900-1902 годах снимал квартиру историк краевед Гревс, а в 1909 и 1911 жил Графтио, ученый-энергетик. Ну, вот так вот немножко вкратце о доме по адресу Большая Монетная, 10, Каменноостровский, 24. Стиль модерн, особняк Кавосов. И доходный дом. Пока-пока. До свидания. До новых встреч.